Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видеообзоре я вам хочу показать вот такого фиксика нолика, который у меня получился из пряжи. Наполняла я его холофайбером, вязала столбиками без накида. И вот, как вы видите, вязала отдельно разные детальки для украшения. В общем, получился у меня вот такой вот замечательный нолик. Ротик я делала утяжки. И вот такую вот макушку он имеет. Поясочек с бляшкой, пальчики вот его и ботиночки. В общем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!